Вот все модные блогеры ездят там на Бентли, на BMW, на Мерседесах, а я езжу на Жиге. И мне хорошо. Нет. Ребят, скиньтесь, пожалуйста, на покраску штампов и на лечение. Нашел я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. На нее нашел я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. На нее нашел я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. Да согласен, это вам не мерен. Но она заводится и даже едет. На нее нашел я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. Да согласен, это вам не мерен. Но она заводится и даже едет. Ты думал, Жига едет? Я соврал. Ха! Сломан радиатор и кардан. Вчера я только масло доливал. С других машин я бензу сливал. Бабка не ори, это Жигули. Здесь его горит правый габарит. Стикер налепи на гоночный болид. Стучить подварить и тосол залить. Эй, эй, Жигу подтолкни. Эй, эй, Жигу подтолкни. Эй, Жигу подтолкни! Эй, эй, знаешь, подтолкни, Жигуль! Мне лень, мне лень, мне лень, мне лень, мне лень, мне лень. Ну чё, придётся мне толкать. На неё нашёл я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. Я согласен, это вам не мерен. Но она заводится и даже едет. Ты думал, Жига едет? Я соврал. На нее нашел я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. Да согласен, это вам не мерен. Но она заводится и даже едет. На нее нашел я самый низкий ценник. Позвонил я бате, чтобы занять денег. Да согласен, это вам не мерен. Но она заводится и даже едет.